А дальше у нас три брата огурца одинаковых с лица. Давайте порежем и их. Причем не буду я подразделять на нарезку, шинковку. Сразу же пройдусь по огурчикам. Итак, про уход за ножом я сказал. А еще один момент, который описывается в инструкции, это хранение ножа, если его долго не используют. То есть на данном моменте мало кто из производителей вообще заостряет внимание. У нас же в инструкции к этому ножу написано, что если вы долго не используете данный нож, мы рекомендуем вам хранить его, допустим, в тонком, смазав или покрыв тонким слоем минерального масла. То есть производитель со всех сторон рассказывает своему клиенту, да, покупателю ножа, о том, как максимально комфортно, максимально удобно и, самое главное, максимально эффективно данный нож использовать. Давайте спросим, как ощущения? Ощущения, скажу, неплохие. Что огурцы ножик режет прекрасно. Огурцам капут. Далее